Рецептом вот этого замечательного пасхального кулича я с вами сейчас поделюсь. 100 граммов дрожжей и 3 столовые ложки сахара разводим в стакане молока. Дожидаемся, пока на дрожжах не появится шапочка. И, кстати, молоко обязательно должно быть теплым. У меня отличные дрожжи, поэтому они заработали просто моментально. Добавляем в опару 4 яйца, 400 граммов сахара, 200 граммов растопленного сливочного масла и 400 граммов молока. Затем в тесто идет чайная ложка соли и 1300 граммов муки. Замешиваем однородное тесто. Накрываем тесто салфеткой и отправляем в теплое место. Оно должно увеличиться в объеме в 2 раза. Дальше на чистый стол мы высыпаем 200 граммов муки. Обминаем тесто, отправляем его на стол. Вымешиваем тесто. Вот, смотрите, какое оно красивое получилось. Просто замечательно. Очень важно, чтобы попались хорошие дрожжи. Вымешиваем тесто, добавляем в него сухофрукты. У меня это изюм и цукаты. Постепенно вмешиваем наши сухофрукты. Делим тесто на равные части по количеству имеющихся у вас формочек. Обратите внимание на то, что тесто должно занимать немного более половины формы. Его мы также оставляем подходить на некоторое время. Подошедшие куличи отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать в зависимости от размера. Такие где-то минут 40. Но на дно рекомендую поставить противень с водой, тогда ваши булочки точно не подгорят.